От Таиланда бы тоже не отказалась. Сейчас, конечно, хочется в жаркие страны. А так в Норвегию было бы очень интересно тоже посмотреть. А что там в Норвегии? Ну, мне кажется, там какая-то природа очень фантастическая. Как ни странно, Юго-Восток, Южная Азия для меня абсолютно терра инкогнита вот до сих пор. Часто куда-нибудь летаете? При любой удобной возможности путешествия это самое прекрасное. Я мечтаю полететь в Австралию. А что там интересного? Ну, там снимали фильм «Властелин колец», и мечтаю побывать на местах съемок. Летаю не сильно часто, но в последнее время очень часто задержки рейсов. Вот мы и уральскими летали, задерживались сильно. И даже S7, который раньше как бы себя так хорошо позиционировали. В Париж бы хотела. Я, наверное, в Питер. Ну, вот есть такая у меня заветная мечта. Не знаю, куда-нибудь за полярный круг. В Грецию, наверное. А почему? Не знаю, просто так пришло в Грецию, и все. В Дубай, наверное. Мне нравится Норвегия. Интересно. А чем она вам нравится? Мне нравится природа Норвегии, ее фьорды, речки, озера, озера. Как вы думаете вообще, насколько удобно сейчас устроено авиасообщение из Барнаула в другие страны, в другие места? Я, поскольку в Барнаул перебрался не так давно из Москвы, то, понимаете, у меня немножко предвзятая точка зрения. Чудовищно неудобный. Слава богу, что хоть что-то улучшается, да. Вот появился Таиланд, и это прекрасно. Если бы Вьетнам еще добавился...